Дело чести. Трудовые подвиги Зауралья в годы Великой Отечественной войны. Тобольск. Форпост освоения Сибири. Каменный Кремль и державный град Российской империи. Подчеваш. Место решающего сражения казаков Ермака с войском хана Кучума. Челябинск. Знаменитый танкоград. За годы войны здесь было выпущено 18 тысяч боевых машин. Путешествуйте по России. Гордитесь историей своей страны.